Реальная помощь. Россия окажет гуманитарную помощь пострадавшему от тайфуна Вьетнаму. Груз в 40 тонн доставит спецборт МЧС. Палатки, продукты питания, переносные генераторы. Об этом на оперативном совещании распорядился Владимир Путин. Для помощи пострадавшей от стихии республики Россия выделит 5 миллионов долларов. Тайфун Дамри обрушился на центр Вьетнама 4 ноября. Скорость ветра 90 км в час. Проливные дожди. Власти эвакуировали из опасных районов 40 тысяч жителей. По предварительным данным, повреждены 80 тысяч построек. На месте бедствия побывал премьер страны Нгуен Суан Фук. Здравствуйте. Среди очевидцев бедствия есть и россияне. Владимир Марко родом из Перми, но живет в городе Нечанг. Ему удалось пережить мощнейший шторм. Во время бедствия сердобольный россиянин даже спас местного ежика. Огромные куски крыши, сорванные с домов, деревья, кусты, разнообразный мусор. Все это летало по улице. Напротив своего дома я увидел рядом с забором какое-то крохотное существо. Он был мокрый, запуганный. Я решил, что обязательно его спасу. Нового друга Владимир назвал «топтышкой». Сейчас россиянин подсчитывает убытки своего кафе от тайфуна и ждет, когда во Вьетнам вернутся туристы. Отказов от поездок во Вьетнам из России не зафиксировано.